Oh, the hospice. Yes. Leslie was being treated here years ago. He'd come here thinking it was familiar and safe. You know where we are? Just ahead is the hospice my brother runs. He'll take us in. That didn't answer my question. I honestly don't know. For all I know, I'm losing my mind and you're just a delusion. But I'd like to think I still have a shred of dignity and an obligation to protect my patient. As an officer of the law, you should too. I hope it's... Секундочку. Вот, да, у меня есть такая проблема, ребят, то, что у меня перед каждым заходом в игру сбрасывается почему-то управление, но это не суть важна, это быстро поправляется. Вот, да. Всем здорова, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами Серый Белка. Вот, мы продолжаем играть в Evil Within, то есть внутреннее зло или зло внутри. То есть, почему у меня так сбрасывается управление, да я сам не знаю, ребят. Вот, сейчас я немножечко... Свеженький, выспавшийся. Думаю, тупить не... И что это? Зачем ты мне туда показал? Я слышу здесь уже довольно... Все очень плохо, короче, довольно. Почему бутылки падают? Ну, естественно, тут я не залезу, да? Ломать игру я снова не собираюсь. Вот. Но я хочу здесь все чекнуть. Где? Кто? Не понял. Приехали! Ты кто такой? Ты меня не видишь. Короче. Сюрприз, мадерфакер! Угори нафиг. Еще с тобой возиться, блин. Патроны тебя тратит. К черту. Блин, у меня 6200 уже, блин. Я что-то с прошлой серии так и не сгонял, не прокачался. Ну, блин, как с прошлой серии. Это только начало серии, скажем так, когда я перешел на новый эпизод. Вот. Что у нас там в доме? Я не вижу, что у нас там в доме происходит. Доктор, что толкаешься? Болты, которые мне не нужны, которые я совсем уже скрафтил. Так, что это у нас? Фрагмент 5. Что это может значить? Так, потрошки хорошо. Но разбить я ничего не могу. Так, Управление, я, конечно, все еще привык не могу. Тихо! Я не открывал тебя так сильно! Вот это вот просто... Надо шернуться. И еще, кстати, написано в подсказках, если очень долго стоять на месте, ХП будут восстанавливаться. Я хочу проверить эту теорию. Так, давайте, чтобы вас не затруднять, я на паузе это сделаю, проверю и вернемся. Короче, возвращаемся. Теория оказалась неудачной, потому что я тут буквально минуты две стою уже и ничего, как бы, вообще ничего. Так, можно мне пистолет включить? Спасибо. Банка? Нет, спасибо, откажусь. Как я мог ящики пропустить? Я слышу прокачку. Что там? Хоть что-то можно было подобрать. О, ништяки. Только, пожалуйста, скажи, что мне в этом доме никого нету. Как туда залезть? О! Угла! Только сейчас увидел, а потом вот эти... Ебана мать! Ты... Что это? Что? What the fuck? А ты где?
Не, подожди, ты где, дебил? Туда что ли ушел куда-то? Он говорит, как будто... Ладно, не буду ничего говорить. Чё это сейчас вообще было? Дверь на место встала. Что? Почему я не могу? Только не говори, что мне придется тратить пулю. А, сейчас. Теория проверена. Пулю такие ящики не разбить. Давай, кто тут? Папочка пришел. Что это? Это ничего. Так, здесь опять ништячки. Бутылка мне не нужна. Я хочу... Опа. Он уже что-то встал. Пролезь-то уже, ну. И что у нас тут? Патрошки-то хорошо. Да не бутылку ты, дебил кусок. Что подобрать? Записка жителей деревни. Они взяли Нормана. Его мольбы о помощи больше не слышны. Каждую ночь раздаются дикие крики. Если не буду прятаться, то стану следующим. Понятно. Так вы не говорите мне, что... Сейчас сюда какая-нибудь хрень войдет, там бабайка, не? Подождите, я же в этом доме слышал... сейф. Где он? А его тут нету. Опа, как я это пропустил. Спички. Спички-то хорошо. Ну все, по-моему, больше я здесь ничего взять не могу. Да. А ты персонаж пристально на что-то смотрит. Где я слышу музыку? Понятно, она в этом доме. И она вот здесь. Что это? Дневник Себастьяна Кастеланоса, февраль 2005 года. Майору сегодня чуть не... А, майору. Майора сегодня чуть не убили, что? Опечатка. Майора сегодня чуть не убили. В нее выстрелили, выстрелил подозреваемый, за которым мы гнались. К счастью, рядом был я. С ней все будет хорошо. Но когда я увидел, как она истекает кровью, когда я думал, что так и не успею рассказать о своих чувствах, это было невыносимо. Кажется, она относится ко мне так же, как и я к ней. Нас точно что-то связывает. Это против служебных инструкций, но я должен признаться ей в своих чувствах. Надеюсь, мне не придется об этом пожалеть. Это у нас любой герой романтик, там все дела, да? Нет, можно мне перевешать это стекло? А толку-то от этих ящиков просто прям жара. Я не хочу. Ладно, шучу, я хочу. У меня нет ключика, но я хочу. Прокачаться-то надо. Что? Что происходит? Подожди, она только что стояла за спиной. Что здесь творится? Да, кстати, про эту карту я прочел сам на паузе, ребят, то, что я не успел. Короче, эту карту можно каким-то раком соединить. Почему здесь все черно-белое? Что происходит? Мадам, Вы меня пугаете. А у меня ключ есть, кстати? По-моему, нету. Да, у меня нет ключа. Я думаю, я... Так, болты мне не нужны. Я заберу аптечку. То бишь все, короче. Забираешь оттуда, и ящик типа прикрывается. Все, понял. Почему тут все черно-белое? Мадам, вы где? Что?
Почему нельзя сохранить? Какого черта? Не туда? Я не хочу идти туда. Вот опять новая газета. Найден пропавший пациент. Лечащий врач вздохнул с облегчением. Пациент психиатрической больницы, пропавший в прошлый вторник, скрывался в фотостудии. Врач Валерио Хименес говорит на всю волю Господа. Конечно. Так, опять пропал. Валерио, пропал доктор Валерио Хименес, владелец лечебницы Elk River. В последний раз его видели, когда он ехал на машине в город. Понятно, значит, тот толстый, ты... То есть, прокачаться я могу, да? Вы не против? Я надеюсь. Ой, какие квадратные у меня текстурки на заднем плане. Сейчас текстурки тени. Ну уж простите, так. Макс ускорение. 6000! Черт. Нет, урон рукопашный обязательно. Так, давайте что-нибудь здесь вот я сделаю. Множитель урона. Да, 100%. Так, запасы. Патроны для дробовика, патроны для пистолета. Полигона. И у меня остается 1600, и на эти 1600 гранатами я все равно пока не пользуюсь. Болтами. Гарпун был, вспышка. Не знаю, пока не пользуюсь. Ну, может, что по оружию еще улучшить. Почему бы нет? Скорострельность, время перезарядки, емкость магазина, точность. Вот критическое попадание, кстати. Спичек и так достаточно. Так что... Так, все, тут я прокачал. Зачем ты взял лампу в руки? А, понятно, зачем. Лучше включи. Почему ты ходишь медленно так? Я не пойму, товарищ. Как-то меня это все настораживает. Вот обычная комната, в которой я просыпаюсь. Да? Да. Что подобрать? Подожди, что подобрать? Опа-на. Фрагмент 6. Да, я почему-то фрагменты начал с... Ну, я упустил первые три фрагмента, то есть первый, второй, третий, может быть, в больнице, когда со спешкой бежал от бензопильщика, но у меня есть только 4, 5, 6. Насколько я помню. Что эти фрагменты дают нам? Без понятия. No, not that way. Спасибо. Я тебя понял. No, not that way. Хватит повторять одно и то же. No, not that way. Хватит повторять пластинку одно и то же. No, not that way. Ты меня решил свести, я все понял. Not that way. Я знаю, что мне не туда, но... Отстань. No, not that way. Ты прошла сквозь меня, это нормально вообще? Почему я... Что происходит? Мне это не нравится. Let go of me. Что за... Йо.
Что происходит? Fine. Бля, у всех пластинку заело, что ли? Fine. Что, что это? Что происходит с тобой? You don't look well at all. Do take care of yourself. Что? Какого черта? Что это только что было? Так, ну-ка. Какого черта? Можно я сохранюсь, да? Спасибо. Черта с два, я чтобы еще раз туда вернулся. Точнее, туда. Здесь такие еще приколюхи, в смысле, были. Да, в прошлой серии, когда я прошел сквозь лестницу, я сказал случайно дверь, так что извините. Так, выключи ты этот долбанный фонарик! Короче, как я понял, мне надо сюда, да? Подожди, там гора трупов. Мне надо сюда или сюда? К черту. Я пойду так, как мне хочется. И я слышу, здесь уже есть товарищи. Он уже больше не доктор. Yes, expose everything. Hey, what are you doing? Приехали. Можно мне сразу дробовик в руки? Хедшот! Уж прости, я был обязан это сделать. Что? Что опять не так? Да что тут творится-то? Ёп, никто ничего не тебе объяснит. Что это? Почему мне три разных человека показали? У этого пол башки не было, у того просто вены вздулись. Кто он-то? Объясни мне. У меня замечательно 11 кадров в секунду. Мне никто ничего не хочет объяснять. Я хочу выключить фонарик. К черту это все. У него в животе ключи? Приколюхи. Док. Не говори то, что это я буду делать сам. Подожди. Как-то это все непонятно, конечно же. Давайте сверху начнем. Ой, гадость-то какая нафиг! Да ты хотя бы перчатку бы одел! Ой,
Извините за мат. Йоу-йоу-йоу! Йоу-йоу-йоу. Я нашел ключ! Ай, не могу! Что так это порт, блядь, как это игра? Я не могу, зачем вообще в ней играю? Верните мне мой Steam! Я продолжу во что-нибудь другое играть. А, не, я мужик. Доктор, ты где? С тобой все в порядке, вообще не пойму. Ну что у нас тут еще есть? Ну, допустим, разбил. Но физика присутствует какая-то. Ладно. Короче, неважно. Так, вот здесь фонарик, ну нафиг. Здесь же нафига ничего не видно. О, спички. Протухшая картошка. Круто. Всегда мечтал. Уйдите, доктор! Вы меня нервируете! Черт, я лучше на карташах. Так, все, я бля, сориентировался, где я. Так, приколюхи. Все? Что, что, подожди. That came from outside. Yes. Он так сказал, да? Да. Как будто я не знаю, он знает, что... Типа Лесли всему виной. Ну тут уже и в Англии быть не надо, ну в натуре. Тут и ясно, что тут во всем этом, ну, все дела в этом пациенте. Что здесь происходит. А мне кажется, что, что вот этот вот плохой, это, наверное, его брат. Возможно. Ну все мне, в принципе, здесь делать нечего. Я хочу просто подняться на второй этаж. Нет, я хочу разбить сундук. И тут ничего нет. Приколюхи не забыл. Что я бы еще... Нет. Да. Так, брось ты бутылку. К чертовой бабушке. Я еще не весь дома. Вот. А, у меня максимум. Надо шарнуться. Я надеюсь, наверху никого. Окей, бутылка. Мне, пожалуйста, патрончики. Бутылка, хватит упарываться. Ну так, болт мне не нужен. Спасибо. Приколюшку заберу. Почему приколюшки? Я не знаю. Что? Доктор, блин, вы зачем прибежали вообще так быстро ко мне? Отойди, уйди! Я еще сквозь людей умею ходить. Круто. Так, нафиг. Тут можно спрятаться, если что. Эта дверь не откроется, да? А, нет. О! Он услышал. Он услышал. Да дверь-то зачем выбивать? Доктор, ныкайтесь. Ну не дыши ты так, господи. Он поднимается. Да. Я слышу шаги. Идет в эту дверь. 3, 2, 1. Ну выбивай дверь! Слушайте, он вообще собирается ко мне идти, как бы я дверь, я здесь выбил.
Ага, я так и знал. Ты можешь так громко не дышать? Какие же вы, сука, стрёмные! Вот ей-богу! Красава! Что? Что это? Что мы просили поднять? Да доктор, ты откуда вылез? Ты чем меня пугаешь, слышь? Ты до инфаркта доведёшь прям. Твою налево! Пошёл ты нафиг! Не хочу париться. Да, я понимаю, по стелсу проще убивать, патроны берегу, там все дела. Блин, пройди ты уже дверь. О, спички. Вдруг мне уже, наверное, полно. 10 спичек у меня максимальный запас. Круто, круто, да, чересчур круто. Ну, и давайте-ка я осмотрюсь. Мне кажется, то, что... Сколько мне патронов? 7 на 7. Круто. Короче, я... Док, слышь, ты как там оказался вообще? Я просто кругаля навернул. И чё, и куда мне? Док, уйди. Не беси. Окей. Блин, с этой графикой я еще одну деталь упускаю. Если я где-то пропустил статуи вот эти с ключиками, ну уж простите, ребят. Если что, напишите, блин. Если я не увидел что-то. Я с тобой согласен. С ним пипец, дофига что-то не так. Я уже сразу, то с первой серии заметил. Ну как с первой серии, с первых минут. Можно я сделаю это немножко иным способом? Я залезу через окно. He's gone down there. Нет, понятно, то, что он пошел туда. Понимаешь? Я не знаю, что у нас здесь. Не-не-не-не-не. Пошел вон. Я даже пока что проверять не хочу. Я надеюсь, в этом доме нет зомби там? Никаких. Нету, нету, круто. Потрошки, потрошки. 7 на 10, ну. Думаю, меня к какому-то мясу готовят. Ничего. Что это? Бутылку, я не хочу поднимать бутылку. А у меня что, кстати, выбор есть? Мне по-любому надо идти за ним в подвал. Потому что здесь больше нет проходов никаких. Я не знаю, я не хочу. Я сейчас просто потрачусь, вот и все. Будет просто бластать на пол экрана, и я прекращу серию. Нет, я все понимаю. Док, отстань. В этой серии я пока что, я так думаю, туда не пойду. Нет, у меня есть желание. Я просто хочу здесь чекнуть остальные дома или что тут есть вообще. Просто так спешить, сами понимаете, людей не смешить. Я люблю по деталям все разыскивать, то есть всякие плюшки. Может, тут найдется, блин, как раз-таки ключ сделай, Марии. Да пошел ты. Не бросать его. Сам как-нибудь справишься без меня.
Вот. И в чем заключался этот прикол? Я. Да пошел ты, короче. Спасибо. Ты не упал? А говорили, что выстрел много их сбивает с ног. Знаешь, что из-за этого тебя сам смолся. Горит. Is it over? Блин, бедная девушка. Так, стоп, подождите-ка. О! Зачем? Почему ты не поджигаешь трупы? Вот. Фу, не пугай меня так, я тебя прошу просто. Я теперь буду всех поджигать. Потому что я знаю, что рано или поздно эти гады проснутся. И... Да, док, уйдите, прошу, пожалуйста, с двери. Ну, отойди. Спасибо, блин, я через плечо прошел. И что это вот, об кого это сейчас уперся рукой? Вот что это опять такое? Я что, опять игру сломал, не? Так, ну в этой комнате мы были, да. Так, подожди, были? Да, были. А что будет, если я свинку там убью? Я просто дал ей пендаля, слышите? Свинка горит. Можешь тебе приколюху какой дашь, если сгоришь. Что, свиньи тоже мутанты? Почему они так горят тупо? Ух уж этот саундтрек. Так, окей. Я ничего, я надеюсь, не упускаю сейчас на данный момент. Свинка, отстань. Никаких же статуй Девы Марии я не вижу. Она очень приметная, она белая. Воу. Я же говорю, поброди в этой... Блядь, Я с тобой согласен. Но у меня... Доктор, зачем ты подошел к этой вещи? У меня полностью гарпуны есть, но... Спасибо. О, гаддамит! Как я тебя не заметил? Блин, а ее и поджечь, короче, нельзя. Тебя можно скинуть? Ой, слушай, да. Физика, бро, физика! Спокойной ночи. Почему спокойной ночи, я говорю? Я не знаю, у меня... Это что ли, фишка, что ли, моя какая-то, скажем так. Нет, это не фишка, это просто бред. Мне просто нечего сказать. Сено поджечь. А почему бы нет? Айда. Вот все. Я думаю, как-то можно будет поджечь вот это вот большое сено. Видите или нет? Короче, я сейчас спички использовал просто в никуда. Ну и, как понимаете, вроде бы все. Больше вроде бы ничего нету. Статуи Девы Марии я тоже не вижу. Зато я вижу топор. Почему я тебя пропустил вообще? Так, подождите, это еще не все. Нет, 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 нет. Что у нас здесь? Тупик. Я не бегаю быстро. Это ты медленный. Какие же вы нафиг... Пугалы стрёмные. Ну и всё, как бы. Да идём, задолбал.
уговорил просто. У меня персонаж дохляк. Да, у меня здесь есть спички, конечно, но... 4 спички, ну пусть будет. Так, я понял, что внизу никого нет. Чуть быстрее можно. Стоп. Это похоже на тот коридор. Нет, вру. Новое оружие. Ништячки. Гарпун мне не нужен. Что это? Патроны? Подожди, это что за патроны такие? А, нет, это просто патрон для дробовика. Извините, немножко напутал. Так, неважно. Топор верни. Я думал, в кейсах... Блин... Пушки, а тут бац, и патроны. Отстой. Кстати, да, немножко не понимаете, то, что это отсылочка, вот эти вот кейсы, типа Resident Evil. Он стоит на этом кейсе! Ясно, короче. Сегодня не серия, а какой-то прикол на приколе. Да, и так медленно я специально хожу. Так, потише будет и поприятнее, допустим, смотреть на игру. Что? Почему там такой яркий свет? Ну быстрее входи ты в дверь. Inconceivable. This couldn't have happened. Что именно? Нет. А это что? Вся чушь. И тут вся чушь. Блин, да хватит упарываться, персонаж, я тебя умоляю. Я думаю, что это за... Погоди. Господи, ты чё так пугаешь? Что? Откуда ты появился? Пошел к черту! О! Фига, у меня только что кровавое лицо было. Нет, это, конечно, хорошо. И плюс 1000. Так, дайте все приколюшки собрать. Что еще подобрать? Бутылочку? Нет, спасибо. Знаете что, давайте, это хороший момент, то есть закончить на этом серию. Вот, ну, если выйдет следующая серия чуть короче, чем я думаю, то уж простите. Это из-за того, что, наверное, у меня сейчас будет конец уровня, и я такой, типа, лол, и так далее, и решил просто заранее закончить. Ну, посмотрим, если меня не выкинет во время, допустим, загрузки, я, конечно, проверю, а если выкинет, то есть разъединит видео сразу же, то есть я буду переснимать, то есть, следующий эпизод. Вот. Так что уж с вами был Серый Белка, вот, подписывайтесь на SB Games, и всем до скорых встреч, пока.